Итак, представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Ему 20 лет, рост 175 сантиметров, вес 87,3 килограмма. Это профессиональный дебют бойца, его стиль – рукопашный бой. Представляющий клуб Румянцева из Москвы Дмитрий Сорокин. Его соперник в красном углу. Бойцу 23 года, рост 180 сантиметров, вес 92,6 килограмма. Профессиональный рекорд 2 боя, 1 победа, 1 поражение. Стиль вольный, представляющий бойцовский клуб «Перку» из Красного. Встречайте, Хусей Ушага! Рыбили боя Шарон Ашуге. На середину. Внимательно слушаем всех команд. А весовая категория до 93 килограммов. И здесь вновь случилась замена. Вместо Владимира Бурова из Беларуси будет выступать Дмитрий Сорокин из Москвы, для которого этот поединок дебютный. В соперниках же у него Хусейн Кушагов. В первую очередь отметим то, что разница в весе на взвешении весьма и весьма существенна. Сорокин весит 87,3, а Кушагов 92,6. 5 килограммов разницы. Конечно. Это имеет большое значение. Это имеет очень большое значение. И вообще, ну вот, уже левый прямой на скачке. Видно, что по всем физическим параметрам, по длине, по росту, по длине рук и по весу Дмитрий Сорокин проигрывает. Ему очень тяжело будет. И забивает сейчас Кушагов своего оппонента. Вообще, это не его категория. Конечно, его категория до 84 килограммов. Вот эти, у нее явно есть лишний вес. И вот эти 3 килограмма ему надо было сгонять. Может быть, он, знаете, как закрыл собой амбразуру, как бы его выдернули, вот как бы... Согласился выйти момент, на замену. Да, это ему надо отдать должное, но это не его категория, однозначно. Похоже, что это и не его уровень. Меньше минуты продолжается поединок и буквально уничтожает Кушагов своего оппонента. Надо дать должное, кстати говоря, вот, Дмитрию Сорокину. Он оказался в начале в очень сложной ситуации и пока умудрился в ней выжить. Потому что он пока он... Все. Поединок заканчивается. Чуть больше минуты потребовалось Хусейну Кушагову, чтобы одержать победу в этом поединке. Поединок сложился действительно очень-очень быстро. И, наверное, немножко не этого мы ожидали. Вот какая-то сечка с левой есть у Сорокина. Действительно, он очень долго не оказывал никаких действий атакующих. Находился в глубокой защите, в глухой защите и много пропускал при этом. Рефери, я думаю, абсолютно прав. Но я хочу сказать, что по моему опыту вот мы видали поединки, на которых и после более серьезных атак бой не останавливался. Но для турнира, я думаю, этого уровня, для бойцов этого уровня, это правильное решение. И, учитывая то, что Сорокин. Ну что ж, поздравляем Хусейна. Теперь у него есть 2 победы при 1 поражении. Уже рекорд поинтереснее. Ну и будем дожидаться весовую категорию до 77 килограммов.